В Акимате Западно-Казахстанской области состоялось заседание чиновников с представителями аграрной сферы. В ходе заседания были озвучены вопросы роста цен. В первую очередь глава региона Гали Искалиев отметил, что если поддерживать местных аграриев, то цены на продукты можно удержать в приемлемой для населения ситуации. Самый правильный путь сдерживания цен на продукты питания – это поддержка местных производителей сельхозпродукции. Благодаря системной поддержке государственных сельхозпроизводителей, также благодаря в этом году у нас хорошая погода, хорошие осадки были, все это вместе нам дает возможность получить в этом году хороший урожай как зерновых, масличных, так и овощей. Поэтому сегодня обсудим ход уборки и примем необходимые решения. Также Гали Искалиев задал несколько вопросов самим аграриям, в том числе и о урожае в этом году, на что получил весьма обнадеживающий ответ. Урожай, виды на урожай тоже неплохие. Овощехранилище достроили вот буквально вот на днях сдали. На него эксплуатация, но уже готовы к приемке. Все отлично, настроение хорошее. Все, как говорится, по плану. Есть над чем работать. Есть урожай, который нужно еще собрать. Ну, планируем в этом году новое овощехранилище мы убрать где-то около 1,5–2 тысяч тонн, заложить 1,5–2 тысяч тонн лука. Не обошлось и без проблем. Так, представители аграрной отрасли отметили, что субсидирования ГСМ ежегодно не хватает. Единственный год, когда все показатели наивысшие, ну, по зерновым, по всем этим делам. Правда, только с озимой проблемой была. За последние 25 лет, если не изменяет память, в 2005-2004 годах у нас 12 тысяч тонн было. Сейчас, вот смотрю, 14-1 там. Но вы поймите то, что 20-25 лет назад Нарман Каримович в сельском хозяйстве работал в области. Тогда мы сели где-то в пределах 200-220 тысяч. Да. Ну, где-то около 200 тысяч по области. Сегодня же мы увеличили. Другой вопрос возник. В завершении глава области Гали Искалиев поблагодарил всех фермеров за проведенную совместную работу и пожелал хорошего урожая.